разговаривать М1, тем слышишь, а что там не слышно, что говорят, что в Толоковке уже бой идет, в Сартане, М1, где-где, Толоковка, Сартана бой идет, М1, ну вроде бы под Внутово были уже, туда выехала колонна, туда, М1, навстречу, да, Людына мне сказал, техника ушла, сейчас вояк у него масло покупал, говорит, что за фигня. Там, говорит, технику вывезли, перед Мариуполем будем ставить. А туда колонна рванула, типа навстречу, едет сюда колонна. А это? М1. И в Виноградном вроде ж, да, бой идет. Да-да, Восточному капец. М1. Да, я знаю, сильно попали, да? Да-да, Киевский рынок. М1. А что так неаккуратно? Так кто его знает? М1. Ветер? Наверное. М1. Нафига это творить, блин? Так там же в Гнутово идет бой, да? Ну вот говорят, вроде бы да. М1, кто говорит? Ну Серега мне звонит, говорит, что там у вас уже бой идет? Я говорю, я не знаю, сейчас буду пробовать дозвониться, я понял. М1, слышишь? А этот наш сартанский чекур нормальный? Где там? М1, ну с тобой работал, помнишь, Андрюха чекур? со мной? М1, да, он из райотдела, Андрюха. А я не знаю. М1. Коли племянник. Да я не знаю, а что? М1. Да знаешь, мы с тобой мясо, ты еще не разборчив. Может быть, но я не знаю. М1. Что-то звонил там о мальке, спрашивал, о карасях, где малька там кому-то на рыбалке. Не знаю, не знаю. М1. Ничего не вынюхивает. Мусора эти, блин. Так что, я понял. Короче, я думаю, наверное, не стоит сегодня ехать. М1. Да-да, я тоже так думаю. Давай, я тогда буду еще звонить, тогда же наберу. М1, давай, что-то будешь знать, что-то серьезное, звони. Давай. Разговор окончен. 24 стичня, 12.00. Персона М разговаривает слово М1. Я говорю, у вас там что, тихо? М1, где? Ну никаких движений нет, ничего. М1, где? Я не пойму, где. У вас. М1, я в городе, вот на Восточном. А ты на Восточном? М1, да. А что ты там делаешь? М1, кто ли едет? То ли дом целый? М1, не знаю, там окна повылетали, пристройка отошла, я не знаю. Блин. М1, не знаю, связи нет, едет. Ну да, там на Восточном капец. М1, да вот я стою тут на вашей работе, вижу, тут чокнулся. Что? Это ты где? М1, на перекрестке. А я ездил прямо туда, в этот сам, в самый восточный. Там киевский рынок, вся фигня. М1, я знаю, я слышал, да. Там капец. М1, что Саша вообще ослеп нафиг? Фиг его. Неразборчиво. Он говорит, блин, не пойму нифига. М1, не пойму нифига. И Ляпина тоже блокпост. Что блокпост? М1, по блокпосту тоже фигачили. Он, стой, Коля, повеси, М1. Вот я еду, глянь, по улице долги. Толя звонит, повеси, М1. Вот я еду к нему туда. Далее односторонний телефонный разговор с Толей. Здоров, Толя, вот сейчас папка подъезжает за тобой. М1, капец, глянь, что офигеть, прямо по улице фигачил. Слышишь, ну вот я с Толей разговариваю, его дома нет. М1, а где он? Он с тещей в медифасте, а Марина с малой дома у тещи. М1, а чего он в медифасте? Что он в медифасте делает? Сейчас подожди. М1, так чего он в медифасте? Не знаю, говорит, теща повез или что там, не знаю. М1, что, обосрались? Не знаю, они, короче, сейчас через 5 минут будут у тещи дома. М1, ну все, а ты где? Дома. М1, я сейчас подъеду, прямо мне все равно бензин залить надо. А ко мне подъедешь? М1, да, давай. 24-е, 13-12. Кирсанов М, разговаривает мужчина М1. М1, что там, где ты? Да вот на Восточном тут. М1, где сейчас пропал? Не знаю, не видел. М1, ну за домами, где Толя, вот эта дорога, проспект этот, по ту сторону где-то лупанул. Ну, наверное, по Олимпийской, где-то там. Да нет, вот я на Олимпийской. М1, и что? Ничего. М1, так а куда попал? Значит, в дома попал? Не знаю, не знаю, не видно мне тут ничего. Может, по старому шляху? М1,
Да по старому шляху, что ты чудишь? Я стоял, прятались за домами. Тут за домом, что перед Толей, ну, по Олимпе. Или по Жукову, говорю, по Олимпийской. М. А может М1 по Жукову? М. Ну сейчас гляну. М1. Где-то там сзади что-то горело. Мы выезжали. М. Сейчас гляну. Давай наберу. М1. Давай. Разговор окончен. 13.31. Кирсанов М. Разговаривает с Сашей. М1. М. Саня, ну смотри. Блокпост целенький. По полям ударил ты только что. По полям. Короче, с одной и с другой стороны блокпоста по полям. М1. Ого. По зеленкам забила. М. Да, зеленки зацепила. М1. Именно зеленки и были нужны. М. А, понял, понял. М1, все, давай. М. Слышишь, подожду секунду. М1, что? М. Смотри, основная масса снарядов торчит со стороны Виноградовского блокпоста. М1, ага, хорошо. М. Это направление. М1, хорошо. Разговор окончен. Снова 8-месячный. Что это? Разброс.